в рамках городской программы охраны животного мира в городе третий год проводится стерилизация бездомных кошек. Следует обратить внимание на тот факт, что стерилизация проводится абсолютно бесплатно. В услугу входит непосредственно стерилизация и содержание животного на протяжении суток в клинике, в которой проводится операция. Клиники, которые участвуют в этой программе, работают с департаментом уже третий год. Необходимо предварительно записаться на операцию. Номера телефонов и все данные клиник есть в департаменте экологии, в который можно обратиться за справками. По предварительной записи животное доставляется в клинику и на протяжении суток, повторю, бесплатно содержится послеоперационный период. Дополнительная услуга по содержанию в течение следующих дней оказывается в соответствии с действующим тарифом клиники.